Добрый день, скажут всем, Шишкин лес может стать чудесным день. И без чудес может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрее. Так, сейчас посмотрим. Посмотрим, сколько у нас звезд на небе. Ух ты! Ой, красота какая! Ой, я хочу посмотреть, Коксик, ну дай мне! Ну ладно, ладно, смотри. Так. О, вот это да! Звезд видимо-невидимо! Коксик! Что, что? Что? Одна звездочка упала. То есть как упала? Куда? Ну-ка я погляжу. Не, никакой звезды-то не видно. Ой! Что? Ой, вон еще одна упала! Ну что я тебе говорила, Коксик? А вдруг они все попадают? Так, надо срочно их спасать. Кажется, кому-то требуется наша помощь. Ой. Добрый день, друзья. Ой. Здравствуй, Антон! Антон, тут такое случилось! С неба звезды падают! Надо скорее что-то придумать! Да! Звезды? Да. С неба? Да! Нужно немедленно отправляться в космическое путешествие. На месте посмотрим, что там с этими звездами случилось. Ну что же, готовы? Готовы! Полетели! Полетели! Ух ты! Ой, вот это скорость! А какая красота! Когда летишь в ракете, кажется, что звезд на небе еще больше. И они все рядом с нами. Да. А вот это ближе всех. Это не звезда, а еще одна планета, которая вращается вокруг нашего Солнца. И называется она Плутон. Это самая-самая дальняя планета нашей Солнечной системы. Ух ты, как далеко мы залетели. Очень далеко, можно сказать, на самую окраину. Это что, значит, дальше уже ничего нет? Ну почему же нет? Наша Солнечная система этим не заканчивается. А что там дальше еще? Множество каменных обломков. Они словно поясом окутывают Солнечную систему. А еще дальше находится облако, состоящее из разных кусочков льда. Вот это да! И они все тоже мчатся в космосе? Конечно. Среди этих каменных обломков льда есть настоящие космические путешественники. Некоторые из них подлетают к самому Солнцу. Так далеко? Да. Эти отважные путешественники называются кометами. Даже мы с вами иногда можем увидеть их на нашем небе. Правда? Правда. Среди этих смельчаков есть и свои известные герои. Ой, а какие герои, Антон? Ну, например, комета Галлея. Каждый раз через определенное время она подлетает к Солнцу, а потом возвращается домой. Ого! Вот это да! Но не все поступают так, как она. Некоторые кометы долетают только до Солнца, а потом сгорают в его лучах. А некоторые так устают в пути, что падают на другие планеты, мимо которых пролетают. И отдыхают там, да? Можно сказать и так. А среди них есть те, что долетают даже до нашей Земли. Наверное, она им нравится. Вон она какая, голубая и красивая. Может быть, и нравится. А может быть, они хотят порадовать нас и принести привет из глубин космоса. Ой, а как же мы узнаем, что они его принесли? Очень просто. Когда такой небесный посланник долетает до Земли и начинает спускаться, то попадает в слои земной атмосферы. Помните, что это такое? Ну, помним, это воздух, помним. Да, который окутывает нашу планету словно плотным одеялом. Так ты нам об этом уже рассказывал. Ой, а что? Что дальше? А что бывает, когда быстро-быстро потрешь одну ладошку, а другую? Ладошкам становится очень тепло. Ой, даже горячо. Вот и небесному посланнику становится очень горячо. Так горячо, что он даже вспыхивает. И тогда нам кажется, что на нашем небе появилась и упала одна маленькая звездочка. Ой, я все поняла. Выходит, это никакие не звезды падают. Ага, просто выходит, это они нам так из космоса привет присылают. Ага. И такие космические приветы называются
метеорами. Ой, а как красиво все-таки! Это у них получается в звезды превращаться. Да, мне даже еще захотелось ими полюбоваться в телескоп. Ну что же, тогда возвращаемся домой. Ура! До встречи. До свидания, мальчики и девочки. Всего вам доброго, друзья. Храни вас Господь. Звезды явятся, небо украсят, знания появятся, ум украсят.